Нужен танк. Танка нет. Сука. Не, ну это, ищи РДДшку, я сейчас найдем РДДшку, я зайду на своего танка. Ой, тут это ранку скинул. Да, РДДшку-то найти не Чё скинул? Ну, ран. Ну что вы заходите? Ну да, со своей папки я скинул. У нас есть Disgraced. Это что такое? Ну, спасибо, у меня счет пропало. 241 лок, ой, рога. Как? А, стоп, у нас же есть там. Как бы рогов. Пиздец. Рогов это пиздец, эти, как они называются? Скажи мне, волонтеры нахуй. Если что, могу как бы на хистории посидеть на замене, если вам у вас много рог. Да нахуя? Нет, нам нужны нормальные роги. Нормальная дамажит. Нам не нужны 241 роги. Че, давай сумасшедшим. 241 дают хорошо. Вот, у тебя же сова была, да, на твоем дроле? Чё-то я сомневаюсь. Да. Это спект часов сову? Короче, танка. Синтек будет танчить у вас, да? Да, Синтек. Синтек-бог. Чё там, у Синтека есть? Да, он потанчит. Хорошо. Ему пати, а он есть уже в пати. Так, что у нас один слот, непонятно кого, да? РДД обязательно. Ну, еще рогу. Вот сейчас кто-то там лаунчер скачает, да, зайдет. Но рога это как бы не РДД. Ну, не, ну рога это вообще конец. Ой, ребят, 240, ну это... Извините. А че за это? Верните Геншина, пожалуйста. Да пусть идет, пускай идет. Да, с демеш. Че он тебе мешает? Пускай идет. Блять, что ТТГ топ ДПС был, алло. Ну подберите его. Ну как бы, если у вас проблемы на профессоре начнутся. Да какие проблемы? Погнали. Это, пойдем трэш чистить, парни. А то стоим, курим. Нам нужно найти РДД. Желательно. В принципе, похуй любого. Я еще только кидаю на кнопку, на которую у меня рация, блять. Блять, у меня сейчас дискотека нахуй началась. Тын-тын-тын-тын, блять. Так, стоп, а натура. А, действительно, натура где? Спасибо, Войд, за рамку. Ждем, пока натура ответит, пока суть до дела. И пообезрежете. Ну не бегите вперед. Обезрежено. Все обезрежено. Пойдет натура с нами. Вот тебе сова. Насколько я понимаю, вот мне сова. Все отлично. Значит так, напоминаю, ребят, о том, что все боешки ДС и прочая дресня нролится в интересах гильдии. Ты, кстати, тогда говорил, что ЛКшные своим выдаешь. Мне тебе закинуть? У меня там есть по 50 РДДшных и на АП. Не, у меня... Или ну, не можешь на АП можешь мне дать эти, на СПД у меня пока еще есть. Боюшечка. Зато это где там? Где вот я тебе госзаказ отдам? Ага, давай. Сейчас прошу до танчика. Госзаказ. Че души не копите? Копим. Что-то я не видел. Нет, я нажимаю. Смотри. Надо было все-таки нормально. Если спишите, нужен ДДРДД, можете в Рахелю кинуть, хватит. Полуродни. Или могу на замену прыгнуть, пофиг. Фарла, может Фарла тогда отпустить, раз он 18 уходит, но все равно через полтора часа уйдет. Так, да. Кто просит? Чтоб куда не ставить просто. Да мы через полтора часа закончим уже стрелка. Ну, через два скорее. Что-то очень оптимистичное. Спроси у Фарла.
Спроси у Фарла в Рахель. Типа там можно так, чуть-чуть дать, чтобы потом менять не пришлось. Или вдруг ему что-то надо. Он сказал 18 уходить ему надо. Фарла. Ну через полчаса. Что, ну хотите поменять, господин? Нет, а что? Не, 18, если 20 мне край надо уйти. Ну вот, если тебе что-то надо, там сам посмотри, может тебе шмот какой-то мне... надо. Мне много чего надо. Остаешься. Человек на замену, который хочет, пусть на замене сидит, я пешку золотая песня. Мне этого хвальчика надо одевать. Это мой хвальчик. Я в этом очень заинтересован. Это наш хпальчик. А, это хпальчик? Ну, только что когда он уйдет, я даже хпалом его заменю. Ты хочешь купить ПС в ПМ? Начинается. 100к начальная цена. Да, не, я такой уж черт. Телара слева. Телара слева, Хэла справа. Натура, ты в сове. Понял, да? Сейчас освободите прото ауру, заберите ауру льда. Так, натуру засумонить. Натура, ты с нами в дискорде, нет? Да, да. Угу, отлично. Давай, меньше стака ДПС даешь. Да, дайте стол, пожалуйста. Да, маги, дайте стол. Будьте жлобами. Артём, у тебя масло на апне есть? Mm-mm. Иди, Ярик, дам. Так, ставлю рыбу. Рыбу сколько? Кушаем. Значит, взяты. Кому нужны банки, трейд кидайте. Ярик. Да угомонись. Я не знаю, что происходит. Да угомонись. Ну. Живу здесь, ты не в статике у меня. Вафу. Блять, у меня пышных банок то нихуя не осталось. Че, давай, сейчас есть почта у кого-то? Сейчас я быстренько перекину, тебе закину сразу. На всех, чтобы было. Давай, давай, это. Дайте кулак и каску порогом. А то некрасиво на самом деле получается. Почту ебаните кто-то. Сейчас я заду. Я там отложил специально же. Все это подготавливал. Давайте это потом, когда побежим на леди. Ну, уже так. Это релогу. Сейчас. Подождите минутку. 24 тела заебем. Долго, парни, все долго. Короче, на пол. Не пуляйте без меня, подождите. Нормально все будет. У меня квест, ты че? Я же говорю, сейчас минутку, подождите. Ну давай, что за квест? Не вовремя немножко. На ребра, наверное. Да, ребят, линкуйте кто-нибудь, шарните. Они не линкуются же. Ну, чтобы там пацанам всем сразу раздавать, а не то, что там со своей десятки только. Я же на всех... Вообще на ребро линкуется квест. А, да? Это тот же самый квест, как на Джару. Ой, а можно... А, еще этот раз. Квест, блядь. Да, спасибо. Я думал, целкашный. Так, ладно, что банки будут перед леди уже. Сейчас Войт скинет. Че, я загружаюсь. Начинать. Пиздить этого животного. Ты Лара плюс чат скинь, что ты понял, что ты слева стоишь. Вдвоем будем ебалом торговать. Ты Лара, алло. Втроем, почему вдвоем? Это, а отстань от фронта. А Ярик что, в кошке будет? Да. Никто не говорил спекаться. Все это, правильно. Погнали. И вату катаем. Долго. И все, и Герку давай грим и понеслась. Поплотнее надо встать. Кем босса. Bones podcast. Там играем.
Stormcast. У нас тут ПДшник. Кость сейвы, если что, по команде. Надо поговорить. По лужам не бегаем. Перед ебалом босса аккуратно. Не оказывайтесь. Уже. Из лужи выбежали, луж плохо била. Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Хэлла на дальнем. Угу, ШД спичнулись по Хэлла. Направо. Это направо, если чё. Почта есть какой-то почтовый ящик? А чё у нас в ГБ нету? Прямо перед тобой тебя поставил. Так, ну там есть ещё Фарла, Тилара и топового саддона нету. Так. Значит, ребята, у кого аддона нет, у вас есть время, пока мы трэш чистим, пойти его поставить. ИПГП лутмастер называется. Значит, танки. Вперед. Около босса не стойте, чего там стоите. Значит, РДД по помощникам играем. А второй танк тащи остальных, чтобы милики могли играть. Второй танк. Любой. Ситек. Ага. Утащи их. Утащи в другую. Так ты утащи, тебе одного проще утащить, чем... У кого распыл есть? У меня... У Эдринка есть. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь.
Да я, блядь, одну ячейку себе там открыл, блядь, или две. А взял этот, почтой отправил. Я вроде тебе, я поставил тебе почту прямо перед тобой. А, она там осталась у ребра. Я тебе вроде сказал. Ща гляну. Сложно. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы... То же самое, помощников в сторону. Одного и второго. На нахуй, кость, ну ёптвою. Встаем, павшие. Резче встаем. Ну, можно же было как-то поаккуратнее это сделать, правда? Я не агрил вторую пачку. Да? Кто сагрил? Зачем? Ребят, вперед танка не лезть. Не надо. Угу. По взятому кидайте трейд. Ему банки нужны алкашные. СПД, АПМ. Все. Нам ГМ гильдии выделил. Как выделил? Вы заработали в обычках. Там на Геру уже эти БКшные я приготовил. Я на лиге посижу. Ну они, конечно, прилично стоят там. Первые роги, код, ШП на леди сидите. Ну что-то вообще по 800, да, по косарю было фласка, пиздец, дохуя. 800. Так, значит... Ну сейчас на АП там 470 голды. Получается, а слева холидринг, справа синтек танчат. Вторая группа полностью на леди сидит. А получается, первая группа и третья слева, четвертая справа, но есть но. Живу здесь. Так, сейчас я, короче, просто группу перетасую. Неудобно получается. Нихера. Так. Тебе на что? Банку напиши куда-нибудь. СПД сейчас. Так, раз. И два. Обратите внимание, еще разочек я группу перетасовал. Четвертая группа справа, первая, третья, слева. Телара тоже правую бьешь. Все. Оставил джуса. Кто пуляет, блядь, Спок? Блядь. Будешь Шерелом, будешь делать, что хочешь. Так я Эрел, я делаю, что хочу. Погнали. А, прикольно. Сегодня я и Эрелю, мы так договорились. Ну так надо было в этом раньше сказать. Приверженцев сливаем. Не пошел тогда. Вы что, ссоритесь будете, кто Эрелит, что ли, или что? Ну да, у нас игрушку перетянули. Так ты хотел, так Эрель типа очереди нахуй и все. Окей. Приверженцы проиграем. Я этот смотрел, как ваши 25-ки проходят. Это медленно очень. А-а-а. Распределение медленно, все медленно. Ну я нет, я говорю про взятого. Но не суть. Просто надо чуть быстрее идти. Поэтому. Ну, начнем с того, что люди там. Он банки просит, блядь, ну, ты запуляешь. Это все надо делать перед рейдом, а не во время рейда. Я ману пил тоже перед рейдом это делать? Ну, можешь перед рейдом тоже ману пить. Типа, давайте рейлиш тут один. Киньте кулаки каски по рогам. Можно флут убрать. Бля, мы без бафа бьем, кстати. Свичнулись, по-моему. Живо. Приверженцев в приоритете. Это базовая дисциплина. Бафнитирок. Фанатик культа в рейде 2. Дивандис, подними его от фури, пожалуйста. Фури бачик по друиду сразу залетит.
Пал, забери и босса, пожалуйста. Стопнули по леди. Стопнули по леди. И трэш вместе с леди тоже забирай. Вот, смотри, сейчас могли бы перевести косяк. Не, ну я не против, как бы. Тут просто недопонимание очевидное вышло. В общем и целом. Вот, я все понимаю, нахуй, но благобоя я бы на одну сторону поставил гриппать с лестницы моба. Вот я два раза сдох из-за кого. Полидринка, да? Забыли, не сказали. Вот я благобоя наказали. Этот центр поднимешь, Void Fury, как перестанешь танчить босса. Вот сейчас. В принципе, давай так сделаем, раз в прошлое, когда я РЛ, сейчас ты давай РЛ. Нет, я тут этот... Ну, окей, окей, сейчас соглашу, но это в ультимативной будет, типа, я каждую 25-ку. Слишком долго. Это распределение, все это должно быть на трэше, это все должно быть быстрее, оперативнее. Да ладно, ладно, да, только давай. Не начинайте вот это, ну, повышать эту всю хуйню. Типа, да. Этот хороший, тот плохой, все заебись. Давайте, сыграйте лучше. Spirits. Я же смотрел перед тем, как пулял на манну хилов. Spirits. Типа, так что все в порядке. Ну да, припоты пошли нахуй. Да ладно, припоты для Гера ставьте. Не, насчет приботов это да, это косяк, а все остальное это фигня все. Не то что бафов не было ни хрена, и рыбы наполовину нету. Как это, ты же рыбу на первом боссе пил? Ну упали, так, шотнуло полрейда, блядь, здесь. Шотнуло полрейда. Делать? Значит, перед шурфом вам рыбу поставят и еще раз поедите. Типа, останавливаться на такую мелочь в обычке. Из мелочей строится стабильное прохождение. Какое стабильное прохождение в обычке в Овергире? Как минимум дисциплину оно все строит. Ну да, дисциплина растягивания рейда на 2,5-500 миллионов типов. Такое. Растянуть на 1-2 минуты? Это не на пару часов. На каждом боссе 1-2 минуты, это в конце полчаса. 10 минут, ебать. Ебать, как много. Мужики, скажите, кто из вас релит? Второго я просто нахуй замучу у себя, и все. А он один говорит. Не, или Спокман, или взятый. Все, решите между собой, кто из вас. Ну, я он отдал Спокману. Да. Это что, я как бы не держусь за это дело? Все хорошо. Получишься здесь. Вот первый, кто трое написал. Святос, Poison, ой, Prism и Degrace. Садись. Там сзади трэш, парни. Эй, там... Надо бы побить, однако. А то мы сагрились. Давайте этих двоих убьем. У вас есть замена? Ну что, ты уйти хочешь? Не, я хочу уйти из рейда. Сильно лагает, вообще невозможно. Как ник у тебя? Натуралайз. Эх, натура. Ну, в Рахеле, если только брать. Кого-то у тебя возьму. Пинг. Натура. Что? Там еще Давакин. Давакин есть еще. Хант. Вот у нас ханта, и как раз доберем, он просился. Ну, да, давайте ханта. Мне через 10 минут надо будет отойти ненадолго, как раз. Ну, Довакин пока занят. Разбирайте ранцы, обязательно оденьте. У нас друлька добегает. А, друлька не добегает, окей. Этот, блин, я же запустить. Вот, запусти, пожалуйста.
лети, тогда паладин здесь останется. Ладно, удачи. Давай. Удачи. Давай, счастливо. А мне на холле присесть здесь или там? Какая разница, ты дотягиваешься отсюда туда и пофиг вообще. Между левой, вот видишь, две левые пушки? Между этих двух пушек ты там стоишь и достаешь спокойно до танка. И все, и весь бой там стоишь. Вау. Кто тут трэш танчит? Рулька. Синтек, ты вроде танчишь. Тут трэш. Ну, вообще, он попросился туда. Ну, в принципе, мы тут миликами их оттанчим. Вы можете вдвоем, если вы не поделите. Что-то какой-то рейд неподдельных обязательств. Да нет, тут буряба есть, так что Мишка с палом на тот корабль получается. Там делать нехуй, Мурадина бьет. Вы ему стаки копите, а? Вы в два танка просто стоите и танчите. Нет, потому что пушка стреляет. Кстати, в обычке насрать, но вот насчет Геры, парни, это очень важный момент. Типа пушки, вы должны стрелять по дальней корме, ну, по дальнему борту. Вы наносите урон и кораблю, и ракетчикам, которых надо снимать. И также вы не наносите урон по боссу. Меньше босс урона получает, меньше шанс того, что он стакнет себе стак. Ёбать, корабля. И сейчас или после мага? Сейчас. О, 60 стаков. Все, отступай, 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 не жди никого, отступай. Сказал, пошли. Раньше танков туда не лезьте, просто все. Не идите туда вдвоем, один останьтесь тут, или что, его прикалываетесь? Так вы хотели, что поделать. Там это, парни, хорош в пушке греть. Тут что-то вы по урону маленько просели. Уходите. Грим, если хочешь, можешь спекнуться на сурфа. Ну, если хочешь. Ты поэт.
Че там, Костя, осколков пока не было? С первых двух не было. Ожидаем. Это Войд, запусти, пожалуйста, босс. И шкафчик. Дайте каску порогом, пожалуйста, и рыбу поставьте кто-нибудь. Рыбку поставил, этот самолет надо ханта, кушайте рыбку. Обновите каску порогом, еще раз говорю, повторяю, второй раз за попрыг, пожалуйста. Че, Маня, ты на каску добудешь? Прыщу. Сейчас будут каски, хулипал это пьется. У тебя бонсай. Бонсая нету. Это протопал, ты зря напрягаешься, там ДЦ у нас в рейде. Типа можно не бафать. Это Костя, его не остановить. Да, ну я не настаиваю, как хочешь. Кто мейн танк? Синтек? Какая разница? Типа, что... На пулку передавать. А, да ну кого, давай, без разницы. Я это ни на что. Кулак по шаманам. Да чё, наверное, разделим, да? Кто вообще чё бафал, парни? Ты каски даешь. Фарлы МП5 дает. Геру? Хорошо. Да, Геру, Геру сразу, конечно, без команды, без всё, это по умолчанию. Бурябай тогда у нас на кулаках, получается. Бурябай, раздай кулаки, пожалуйста, тем, кто просит. Понятно. Войд поднимешь? Бедного Бурябая. Забирайте по возможности трэш. Он праведная нимфа, наверное, не выключил. Да вряд ли. Но жесткий просто. Там. Да и каску попал. Может трэш с рейда забирать? Да, танки там трэш гуляет. Короче, есть такая тема, ну типа, чтобы не просирать таунты, когда у вас... Ну, типа, вам нужно забрать босса, а у вас таунт в КД, поэтому тот, кто босса держит, тот в приоритете и собирает всю трэш. По возможности, чтобы один таунт был. Ну, и тем более, ДБМ же вам пишет, когда. Поэтому собирайте, собирайте трэш. Насколько хороша раса, да, ночнорожденных, что 241 рога натягивает просто топ-8. Это жестко. Это не за раз. И, кстати, насчет перекуров. Перекуров не будет, как таковых, типа, для всех. Ну, если прям два танка оба какать не уйдут одновременно, то тогда да. Вы, когда мы трэш чистим, не злоупотребляя, ну, типа, не с пугами же идете, отошли на минуту-две, кому понадобилось, и вернулись до босса желательно, чтобы за вами никто не бегал. Рассчитывайте свое время, знаете же здесь, сколько трэш бьется примерно до того или иного босса.
Только не злоупотребляйте этим, чтоб не отслеживать там. Оля. Покорители без ГП, там нажимайте, кому сильнее надо. Два покорителя. И пойдем на чумку сразу. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Я думаю, где медведь, да? Чего он трэш еще не бьет? Это элементаль, оказывается, огненный. Пойдем, медведь, пойдем. Полипал здесь уже рядышком, он бежит. Че, Ярик, рад? Лучше бы тоски были. БКшные рядом с тобой. Я с Ямагер выбил. А-а-а. Совершенно другой уровень, еще полгода можно бегать. Да. Это, Бурябай, разбафай кулачок по энхам. И по хантам бросят. По всем, наверное. Зелень, синька. Чё, валькир сразу убьёт? Давайте бить сразу. Просто не агрить их и всё. Ай, как показал прошлый рейд. Ну и просто бахнем ГП тому повальку сагрит и всё. И, типа, зачем ему любить? Это же ещё увидеть надо, блядь. А, ну да, это проблема, согласен. Оставим каждого, на каждом переходе по одному человеку, он будет сидеть и весь рейд смотреть. Хороший, в 20 тел будем чистить, да? 20, 22 получается, ну да. ЕП за это им дадим еще. По косарю, да. Не, ну это просто, ну, смотрите, бошку вверх поднимайте и все, и не агрите, ничего. Улетело, пробежали. В чем такое? Сложно. Опа. Сюда, боешка. Вот она. Теперь заживем. Зачислить не забудьте. Странно. Почему-то больше трех душ, короче, не собирается. Посох. Такое ощущение. Меня наебывают. Так у тебя просто не пишется больше трех душ. Да, если ты про экран, ты смотри по циферке, которая была и которая была. Надо бы. Сейчас собираются. Сразу все, которые рядом. Мне не нравится, что это так некрасиво. Ну, есть такая хуйня. Буду тебе выбирать долю. Серф упал, нет? Нет. Хорошо, я залагал. Я уже сижу, думаю, такой, нет, не надо.
Грим, поставишь тотем, да? А, уже вижу. Через себя хильди хилы. РДДшек, чтобы ориентироваться вообще. Просто понятие было. Это, синтек, ой, или центр. Брось по гримзолу иннер, пожалуйста. Раз, подождите, рогу дисгрейса до 2, как я приду, дайте мне, пожалуйста, ребаф. Ну и ребафчик рога уже подошел. Уже можно ребафать. Все. На пул. Как угодно, там 2-3 стака поймайте, без разницы как. Керу нет? Да давай, давай, конечно, конечно. В обычке по КД, спала, босс сразу. А тьмы поставьте паладины. А у нас же эти, ШПшки зачем? И это чуть-чуть разрозненнее, что-то вы кучно стоите, там толпой блюете. Комната да большая. Забирай мешка.
Есть пожелание, кто хочет поводить слизнячка? Я потанчу. Окей. Ну, Мишка босса. Я имел в виду босса. Ну, тогда роляйте, я типа без разницы. А у меня, короче, работают только несколько цифр, поэтому я не думаю, что я справлюсь. Мне надо комп ребутать, чтобы работал хоть что-то. Типа я на нумпаде играю. Это комп. Синтек. А, ну все, тогда бот танчит, нормально. Тогда пал поводит туда-сюда. Это прикольно, это по-моему, вообще, это скилл. Идём, да? Суманить. Да, и суманём, наверное. Сейчас шкаф унут. Кровь кому-то надо? Тыкните парни на шкаф. Тыкайте, 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 тыкайте. Зелененький. Бурибай и плэгбой. Ну, у вас две крови вам нужны. И та, и та. Кидайте ровно. Бурибай минус поставил только что. Казать. Че, плэгбой отдал? Че тут? В рейд пишите, а че отдал? Это, если встанете ровно, когда босс повернется идеально в правую ногу, прям максимально. Это касается, ну сейчас это касается всех. А в хэме это будет касаться только миликов, то вы не будете получать урона на плевках. То есть прям внутрь модельки ноги. Если босс сейчас повернется и будет нас заплевывать, и вы не получаете урон, значит вы стоите идеально. Это такой маленький лайфхак. Очень полезно. Вот сейчас все, кто не получил плевок, стоят хорошо. Но остальная половина рейда стоит криво. И это, я сейчас посмотрю. Сейвание. А нет, нет. Не диспельте чуму, пожалуйста. Я не вижу диспела. Вряд ли. Ну, кто-то диспельт. Сейчас. Я не показываю. Может, тотем? Ну, тотем обычно тоже пишут. Ну, в общем, это, если у шаманов у кого-то тотемчик стоит, на очищение уберите. Он здесь не нужен. Но обычно пишут. Даже тотем. Рано. ГМ, наверное, стоит в стелсе. Экстемп. Тогда кандидат в ШМ в Обаму, Мишка, водишь профа, нам на пульчик, на Мишку. Oh.
Останься, Мань, с Войдом. Кулак. Ну, с Войдом останься, чтоб он не сдох. А мы пойдем пока. Ивент откроем. И бой ехал там. А квест что, не будем сдавать? Будем, будем. Сейчас ивент откроем и пойдем квест сдадим. Не взятые те закидывать или спокман, или самому продавать? Вы же продаете, как я понял. Ну, боешки. А то я тут раз закидывал. В смысле, а разве не казны гильдии уходят? Ну, он мне просто голду тогда передал, я и думаю, зачем? Может, мне тогда сразу продавать? Продавай, конечно, и в ГБ, там, я не знаю, фласки, и рыба, прочая шляпа. Типа как раз вот тем, кто не может купить, ну, там, кто не фармит, для ХМ-ки, БК-фласки, они дорогие. Так что будет под спойлер. Ой, это осколок. КВ кто-нибудь сделает? И это, те, кто побежали квест сдавать, вы не сдавайте сразу, подождите остальных там. Вот хотя бы мы с лестники спустились, на этаже распространялся. Ну, можно забирать. А, уже сдали. Чётенько. Можете сумануть нас там. А, у нас один лок. Ну, я поставлю тут шкаф. Кто сдал, подойдет сюда, начнет сумонить. Тыкните только в него. О, грац. Кто там Рога? Мы два брата с легкими дамскими. ДПС кто-то скринил с рука? Легкие дамские я вчера выбрал. У меня остался. Тетелься. Кстати, это история топовая. По одному на пульчику сначала ставили. А потом так уже... мы так и делаем. А, все, все, все. Ну, четко тогда. Окари, брады, кстати. Нормально залутались. Чудесько. Смотри, 15 стоит. Что? Что? Ну, хз, сколько ока стоит на аукцион? Ока 28, там что-то... Максимум его купят, блять, раз в год. Вот, помойка не стоит. Я на той неделе ок